Здравствуйте, вы смотрите программу «Лавзона» на информационном портале LoveMD. Не забывайте подписываться на наши платформы в социальных сетях для того, чтобы быть в курсе происходящих событий в стране и в регионе. Сегодня мы поговорим о результатах прошедших выборов президента Республики Молдова и референдума об изменении в Конституцию страны. Не столько о результатах, а сколько те результаты, которые дала Гагаузия и на референдуме, и на выборах президента, могут повлиять или отразиться на взаимоотношениях с центральной властью. Еще одна важная тема, которую, если мы успеем сегодня обсудить, это взаимоотношения Гагаузии и Камрата, простите, Кишинева и Камрата, в условиях, что год назад был прекращен диалог между Народным собранием и парламентом в рамках парламентской группы, и о том, к чему пришла Гагаузия спустя год к этому, и в контексте выборов президента и результатов референдума. Сегодня наши гости Александр Тарнавский, депутат Народного собрания Гагаузии, и Игорь Янак, председатель Общественной ассоциации «Альтернатива и выбор для Гагаузии». Здравствуйте. Рад вас видеть у нас в студии. Ну, о результатах выборов мы уже неоднократно говорили в этой студии и говорили и в других студиях, поэтому сейчас, наверное, более интересно услышать мнение о том, на ваш взгляд, как могут отразиться эти результаты, которые дала Гагаузия, потому что мы знаем, какие есть конечные результаты, и знаем то, что есть по результатам референдума, что в Гагаузии абсолютное большинство высказалось против изменения Конституции, и мы имеем результаты после второго тура президентских выборов, где Гагаузия проголосовала практически 97%, если я не ошибаюсь, голосов было отдано за Александра Стайногла. В республике сложилась другая картина по результатам, как по референдуму, хоть и незначительным перевесом, но на сегодняшний день, согласно решению Конституционного суда, эти поправки были уже опубликованы в Monitor Official, соответственно, они вступили в силу, я имею в виду изменения в Конституции, нам только остается ждать, когда будет выпущена или издана новая версия Конституции, уже с внесенными поправками. И мы на днях получили утвержденные результаты второго тура выборов, где Центральная избирательная комиссия признала мандат Майи Санду. Теперь уже будут переданы все материалы по выборам в Конституционный суд для окончательного утверждения. Александр Григорьевич, что касается вот этих результатов, на ваш взгляд, они отразятся на отношении центральных властей по Гагаузии? Или все же нужно слышать те посылы, которые делала Майя Санду после избирательной кампании, о том, что одним из основных ее приоритетов будет то, чтобы объединить страну и как минимум устранить те разногласия, которые продемонстрировали эти выборы и референдум? Да, здравствуйте, спасибо за приглашение. У вас немножко обновилась студия. Да. Значит, благодарю, что есть собеседник, который представляет академическую среду, и намного очень важно, чтобы в Гагаузии были голоса слышны не только политиков, но и гражданского общества, и для того, чтобы более объективно оценивать ту ситуацию, которая сложилась. Переходя к вашему вопросу, результаты выборов, вызовы для Гагаузии и для Кишинева в том числе. Знаете, выборы, вот когда происходят, то границы, электоральные границы государства, они не совпадают с существующими границами, да, территориальными. Поэтому неважно, как голосовал Камрад, Тирасполь, Кишинев или Брюссель, это результаты для всех граждан Республики Молдова. Поэтому власти сейчас очень важно трезво оценить эти результаты и как можно реже возвращаться к той статистической таблице, какой регион или какая территория как голосовала за действующую власть или наоборот против. Потому что для эффективного менеджера очень важно наоборот обратить внимание на болевые точки и постараться исправить эту ситуацию, потому что Гагаузия, Тараклия и ряд других регионов показали, что они в абсолютном своем большинстве не поддержали действующего президента Республики Молдова. И поэтому очень важно госпоже Санду, как с таким же призывом я и обращался к госпоже Гуцул, которая стала полтора года назад башканом, что важно объединить общество и, несмотря на то, у кого какие электоральные предпочтения, строить одну общую повестку для государства в целом.
Я даже сейчас не столько буду говорить о результатах выборов, а то, что я ожидаю от Камрата Кишинева в дальнейшем. Александр Григорьевич, извините, у меня будет маленькая ремарка. То, что вы говорите, это правильно, но это есть ваше мнение и ваши, ну, скажем так, хорошие ожидания или оптимистический прогноз. Если говорить с точки зрения реальности, потому что давайте вспомним за несколько дней до выборов, потому что Майя Санду как кандидат тогда встречалась с русскоговорящими журналистами, и мы присутствовали на этой встрече. На мой вопрос, как она видит развитие взаимоотношений с Гагаузией после выборов в случае избрания на второй срок, она сказала, что будет развивать такое же партнерство с местными властями, как развивалось, и никакой диалога с коррумпированной властью в Гагаузии не будет. То есть сейчас мы должны, наверное, рассматривать из этого же контекста, потому что это было буквально за два дня до голосования. То есть сегодня мы понимаем, что посыл был к тому, что диалога между руководством автономии и руководством страны не будет. То есть если исходим из этих обстоятельств, как дальше могут складываться отношения? Как бы оптимистичные прогнозы и пожелания, наверное, у всех одинаковые, но реальность вот такая, какая есть. Я в формулировании своего ответа все-таки постараюсь, да, мои ожидания конвертировать не только в надежду, но и в реальность. Значит, чего я ожидаю от Камрата? В первую очередь, вы верно отметили, что 11 месяцев назад был прекращен институциональный диалог. Кстати, это будет буквально завтра, 12 декабря, 11 месяцев прошло. Между Камратом и Кишиневым это была единственная институциональная площадка для диалога. Рабочая группа парламента и народного собрания. И как раз она вот заменила годами устоявшуюся традицию, что отношения Камрата и Кишинева строились, исходя из взаимоотношений президента и Башкана. Если они были положительными, то, соответственно, и отношения между регионом и центром были хорошие. Если они были отрицательные, то, соответственно, отношений никаких не было. И, к сожалению, мы вернулись сейчас к этой точке, о которой вы сказали, что сейчас президент и Башкан, они не общаются, и согласно заявлению президента, и общаться она и не собирается дальше с Башканом Гагаузией. Так вот, я как раз говорю о том, что мы должны отойти от того, от чего когда-то отошли в 2015 году, когда личные отношения заменили на институциональные отношения. Поэтому я в первую очередь от Камрата жду, который сейчас жизненно необходим диалог, потому что диалога нет ни между руководством, ни между правительством и исполнительным комитетом. Диалог нужно восстанавливать на уровне парламента и народного собрания для того, чтобы решать тот ком накопившихся вопросов, которые есть. Это мое главное ожидание от Камрата, и я также буду настаивать в среде своих коллег, что тот односторонний выход из состава рабочей группы, его нужно восстановить. Это первое. То мои главные ожидания от Камрата. Главное ожидание от Кишинева. Правительство Республики Молдова есть прецедент 2016 года, когда было проведено выездное заседание правительства в селе Авдарма в Гагаузии. И был момент дал очень хорошие перспективы для развития отношений между Камратом и Кишиневым, особенно в части реализации инфраструктурных проблем, потому что наших жителей в первую очередь беспокоят социальные и экономические проблемы. Второе, в ожидании от Кишинева. Парламент принял стратегию развития Европейской Молдовы 2030. Там нет ни одного фрагмента, посвященного территориальной автономии Гагаузии. Этот пробел нужно восполнять. И третье, вопрос в евроинтеграционном будущем Республики Молдова поставлен, учитывая внесение изменений в Конституцию. Надо переходить дальше. А дальше начнутся переговоры, или точнее они продолжатся переговоры между Кишиневым и Брюсселем. И один из главных аспектов из четырех, согласно копенгагенским критериям для вступления в Европейский Союз, это права человека. И вот в правах человека отдельное положение занимают права национальных меньшинств. Вот Гагаузию, я считаю, что Кишинев обязан вовлечь в эти переговоры, чтобы представитель с Гагаузии, кстати, это могут быть и представители академической среды, не обязательно политической, которые будут продвигать вот эту повестку Гагаузии в контексте европейской интеграции, потому что Европейский Союз особое внимание, особый приоритет придает правам этнических меньшинств, и это очень большие перспективы для гагаузской автономии. То есть, завершая свою мысль, чтобы мой коллега мог высказаться,
Если не будет личных отношений между президентом и Башканом, что, кстати, противоречит нормам закона об особом правовом статусе Гагаузии, потому что Башкан должен быть членом правительства Республики Молдова, все остальное — это уже субъективные факторы, то я рассчитываю на то, что межинституциональный диалог между комрадом и Кишиневым будет восстановлен на уровне рабочей группы, где можно решать в том числе вопросы исполнительной власти, не только законодательной. Игорь Владимирович, вот Александр Григорьевич, ну, говорит о том, что должен быть диалог, и это, наверное, правильно с точки зрения демократии и цивилизованного подхода к государственному управлению. Но мы имеем ту ситуацию, которую имеем, и в взаимоотношениях, Александр Григорьевич, как бы ремарку сделаю, что между Башканами и Гагаузией и президентами тоже были разные времена, и не всегда президент страны и Башкан имели хорошие взаимоотношения, но как минимум были когда-то взаимоотношения между премьер-министром и Башканами, то есть в любом случае был какой-то диалог с одним из представителей центральных органов власти. Сейчас этого диалога нет вообще. И потому что все три ветви власти в Молдове четко заявляют о том, что с нынешней коррумпированной властью в Гагаузии диалога не будет. Игорь Владимирович, вот в этих условиях, как вы видите дальнейшее развитие взаимоотношений между Кишиневым и Комратом? Я бы хотел бы акцентировать внимание на два основных момента. Есть политический момент, есть юридический момент. С политической точки зрения, понятное дело, что когда речь идет о борьбе, да, за власть, там могут использоваться разные инструменты, разные подходы. Понятное дело, что к Гагаузии было особое отношение до выборов, будет особое отношение и после выборов. Особо вы имеете в виду в хорошем смысле или в кавычках? И в хорошем смысле в том числе. И в хорошем, и в плохом, и в хорошем смысле было особое отношение. Хочу отметить именно с политической точки зрения, что к Гагаузии перестали в последнее время относиться как к автономно-территориальному образованию не только некоторые представители Кишинева, но и некоторые представители Гагаузии, в том числе представители публичной власти. То есть вот как только мы будем относиться к Гагаузии как к автономно-территориальному образованию, да, вот тогда можем говорить или общаться на высоком уровне, да, и разговаривать, так скажем, ну, по крайней мере, на равных определенных позициях и тому подобное. Не забываем с юридической точки зрения, что Гагаузия — это автономное территориальное образование, но составная и неотъемлемая часть Республики Молдова. Не забываем, что с юридической точки зрения и президент, и парламент, и правительство — все ответственные должностные лица являются гарантами единства, особенно что касается единства народа. Поэтому делить людей по определенным квартирам, в том числе по политическим каким-то взглядам, соображениям и тому подобное, крайне нежелательно. Но мы понимаем, что во время политической борьбы могут быть какие-то эмоции, могут быть какие-то амбиции и тому подобное, но Александр Григорьевич правильно подсказал, что надо убрать личностный аспект, тем более, если речь идет о каких-то профессиональных вопросах, если речь идет о публичном управлении. А мы знаем, что политика из тех же самых учебников – это профессия, это искусство управления делами государства. Вот если мы на самом деле будем использовать ту же самую политику как инструмент, да, для решения социально значимых, экономически значимых вопросов, в том числе будем использовать диалог, да, определенный на всех уровнях для решения тех или иных проблем, то тогда ситуация может поменяться. А пока существуют вот эти проблемы, конечно же, с юридической точки зрения нет никаких препятствий. У нас есть соответствующие правовые гарантии, и в Конституции говорится в статье 77, что президент является гарантом единства, и президент на самом деле является главой государства и должен представлять интересы каждого гражданина. Те же самые депутаты парламента находятся на службе у народа, те же самые представители правительства, они тоже находятся на службе у народа, поэтому деления не должно быть. С юридической точки зрения все равны. А вот что касается политических аспектов, то понятное дело, что здесь речь идет об искусстве. Поэтому, как уже было подмечено, диалог является одним из главных инструментов в решении тех или иных вопросов.
На ваш взгляд, этот диалог сегодня возможен в том контексте, который сегодня состоялся и который имеет место быть? Потому что мы понимаем, что все говорят о диалоге. Руководство автономии, то, которое есть сегодня, тоже говорит о том, что Кишинев не хочет этого диалога, международные партнеры не хотят этого диалога, но никто не озвучит это о том, что сегодня и Евгения Гудзул, и один из ее замов включены в санкционные списки. Соответственно, мы понимаем, что никакого диалога между партнерами по развитию, скажем так, даже, или с международными миссиями, даже в рамках Молдовы, никто с ними разговаривать не будет. То есть тогда нет ли какого-либо оправдания у центральных властей, когда они говорят о том, что диалог невозможен? Диалог всегда возможен. Если убрать личностные аспекты, диалог возможен. Другое дело, да, когда речь идет о диалоге, то должны быть заинтересованы все стороны. Если будет заинтересован в диалоге только, допустим, там Кишинев, если в диалоге будут заинтересованы только представители публичной власти, то ситуация особо не поменяется. В диалоге должны быть заинтересованы и представители гражданского общества, и граждане сами должны быть заинтересованы в диалоге. Потому что, как правило, когда речь идет о конфронтации, тем более на государственном уровне, страдают во многих ситуациях простые граждане. Поэтому и сами граждане должны проявлять определенный интерес для того, чтобы наладить определенный конструктивный диалог. И, соответственно, мы должны вовлечь в этот процесс представителей гражданского общества. И совместными усилиями мы не должны умалять роль политика в этом деле. Мы не должны, вопросов нету, там, умалять роль всех институтов власти. Но при этом мы не должны забывать, что есть самый главный принцип в любом нормальном демократическом государстве – взаимодействие между личностью, обществом и государством. То есть вот должно быть вот это взаимодействие между личностью, между гражданским обществом и, соответственно, между институтами государства. Как только наладим вот эту взаимосвязь, вот тогда уже можно будет говорить о диалоге. Понятное дело, что все мы разные и по росту, и по умственным возможностям, и по эмоциям и так далее. Но, тем не менее, те проблемы, которые существуют на территории Республики Молдова, на территории АТО Гагаузии и в других административно-территориальных единицах, могут быть разрешены только гражданами Республики Молдова. Ну и, конечно же, если наладим определенный диалог с партнерами из-за рубежа, да, то есть сможем привлечь определенные инвестиции, сможем реализовать определенные инвестиционные проекты, нам будет намного легче разрешать те или иные проблемы. А с точки зрения юридической, Владимирович, то, что Евгения Гудзул включена в список, Молдова с 22 года санкционная, с 22 года является ассоциированным членом Европейского Союза. Говорит ли это о том, что, допустим, даже назначение Евгении Гудзул членом правительства не имеет под этим, ну, какое-то правовое обоснование? Ну, потому что она там по определению, почему была введена в санкционные списки, потому что ее обвиняли в деструктивных действиях против молдавского государства в том числе. То есть это был один из поводов, почему Евросоюз объявлял ее в отношении нее санкций. Виталий, если с юридической точки зрения что-то было бы неправильно или что-то неправильно, есть суды, можно это все дело обжаловать. И я думаю, что если с юридической точки зрения было бы что-то неправильно, да, в части введения санкций, в части, допустим, ограничения каких-то прав, то есть определенная команда юристов, как мы уже видим, которые работают, ходят по судам. И здесь тоже я не вижу, допустим, инициированных процессов. Может быть, у меня поверхностный взгляд на проблему, но если есть какие-то ограничения, и они действуют, и они не были обжалованы, значит, с юридической точки зрения имеет место какое-то обоснование, допустим. И я не исключаю, что с юридической точки зрения все правильно. То есть тогда получается, что в чем-то центральные власти правы, когда говорят о том, что невозможен диалог, и до сих пор нет, допустим, постановление указа президента о том, что Гудзул является членом правительства. Возможно, там чуть больше знают, возможно, там чуть больше информации. Не исключено, что в общественном пространстве не так много информации, тем более определенная информация, скорее всего, носит конфиденциальный характер. Я не исключаю, что есть соответствующие юридические моменты, которые позволяют принимать такие решения. Александр Григорьевич, что касается вот диалога вот, и о работе совместной парламентской группы, которая, вот, как и вы отметили, что будет скоро вот год, как Народное собрание приняло это решение. В условиях, которые сегодня сложились в руководстве автономии, в том числе и в Народном собрании,
Потому что вы же выходили с инициативой, если я не ошибаюсь, с Михаилом Железогло о том, чтобы Народное собрание пересмотрело свое-то решение, в том числе его отменило и возобновило диалог. И уже, по-моему, прошло достаточно много времени, ну и как минимум на сайте Народного собрания не обнаружил даже то, что этот вопрос был бы включен, например, в повестку дня президиума, хотя бы, чтобы президиум обсудил, можно ли допустить этот вопрос на очередное заседание. Где гарантия того, что Народное собрание в нынешней конфигурации вернется к этому вопросу, хотя бы для того, чтобы предложить депутатскому корпусу его рассмотреть и рассмотреть новые аргументы в связи с тем положением, в котором оказалась автономия? Ну, давайте будем абсолютно откровенными. Мы совсем скоро будем отмечать 30-летие придания особого статуса гагаузской автономии. И мы, кто представляем политику в Гагаузии, мы не имеем права говорить иначе, чем гласит нормы закона об особом правовом статусе Гагаузии. А норма этого закона гласит, что глава Гагаузии является по статусу членом правительства Республики Молдова. В этом же законе описано несколько вариантов, как глава Гагаузии может лишиться своей должности. Это либо политические механизмы, отставка и проведение голосования в Народном собрании 2/3, плюс проведение референдума. И есть вариант, когда в связи с совершением правонарушений, преступлений отстраняется от должности. Ни первого, ни второго случая не произошло. То есть 1.5 года, как глава Гагаузии, должна быть членом правительства Республики Молдова. Все остальное — это уже субъективизм. И поэтому мы не можем просто игнорировать закон о статусе Гагаузии, где говорится, что на международном и национальном уровне Гагаузию представляет глава автономии. Мы не можем заменить этот диалог диалогом между примарами и руководством страны, диалогом между отдельными политиками, диалогом между гражданским обществом или бизнесом. Это неотложная норма, и ее нужно соблюдать. Другое дело, что Кишинев воспользовался тем, что глава Гагаузии не абстрагировалась от связи с тем, кого государство считает преступником, и дала повод Кишиневу вот сейчас не вести диалог на уровне между центром и регионом. Но это всего лишь повод. В соответствии с законом эти взаимоотношения должны строиться. Я вот приведу недавний пример, когда в Чадрунге президент хотел встретиться с примарами населенных пунктов, и визит отменился из-за того, что возможен был политический скандал. Но это же ненормально, когда руководитель страны не может приехать в территориальную единицу своего государства для того, чтобы общаться. Но и ненормально с другой стороны, что когда приезжаете в автономию, нужно встречаться с руководителем автономии. Об этом гласит национальный закон, принятый парламентом. Александр Георгиевич, я всего лишь в контексте того, что вы говорите. Я не адвокат ни одной стороны, ни другой. Но на прошлой неделе у нас был Дмитрий Янул, представитель совета села Чешмекёй. И на мой вопрос, как складывается взаимоотношение между региональной властью и их примарей, их селом, он сказал, что примар села Чешмекёй неоднократно пытался дозвониться для Евгении Гуцул, как главы автономии, для того, чтобы пригласить ее с рабочим визитом в Чешмекёй, чтобы обсудить какие-то проблемы, которые есть в селе. И это невозможно, что максимум, что может сделать любой примар в Гагаузии, это дозвониться до Юрия Кузнецова, советника Башкана, или кто, какую должность он там занимает. То есть нет никакого телефона, по которому можно переговорить примару с Башканом Гагаузии, и нет возможности напрямую изложить проблемы того или иного населенного пункта. Почему-то мне кажется, что у 80% примарей в автономии есть такая же проблема. Таль, смотрите, пожалуйста, вот мой коллега очень четко сказал, что есть политическая составляющая, есть юридическая, да, с точки зрения закона. Если этот Башкан незаконен, да, для власти Республики Молдова, почему она распоряжается более чем миллиардным бюджетом публичных средств? 1.5 года эта ситуация наблюдается, когда она законная с точки зрения судебной решения судебной инстанции, с другой стороны, она нелегитимная, потому что ее не признает ни официальная власть страны, ни международное сообщество. Но это 1.5 года, эта ненормальная ситуация уже продолжается. Она что, еще 2.5 года будет продолжаться, пока ее мандат не истечет, а
кто страдает от этого? И государство, и автономия, и прежде всего жители нашей автономии, которые являются гражданами Республики Молдова. Я публиковал пост о том, что срочно необходимо возобновлять диалог, о котором вы спросили, на уровне рабочей группы. Конечно, нет никакой гарантии, что мои коллеги с Народного собрания поддержат эту инициативу. Но к чему мы пришли за эти 11 месяцев? Кто выиграл от того, что мы приостановили диалог? У нас крупный бизнес ушел из-под юрисдикции Гагаузии. У нас серьезные бюджетные потери. У нас, согласно официальной информации исполнительного комитета, 38 миллионов леев не хватает на финансирование лицеев и гимназий до конца года. У нас незаконно переложили ответственность за содержание персональных ассистентов с государства на автономию. Опять же, потери более 10 миллионов. Кто будет защищать эти показатели? Мы что, письма будем писать с Камратов, Кишинев? Нам нужен диалог для того, чтобы мы за столом могли аргументированно доказывать свою позицию. Это по Гагаузии. Я уже не говорю о том, что мы превратились в изгоя политического, дипломатического, инвестиционного. Что выиграл Кишинев? Здесь появилась точка волнения, и это государство вынуждено отвлекать часть своих ресурсов для того, чтобы обеспечивать здесь стабильность. Это тоже ненормально для государства, потому что в целом инвестиционная привлекательность страны, она снижается из-за того, что в одной из составляющих региона вот такая сложная ситуация. И кто выиграл в этом всем? Один выгодополучатель, Иван Шор, которому не нужен диалог между Камратом и Кишиневым, тем более не нужно результатов. И он натравил вот людей, общество наше в Гагаузии, на официальные власти Кишинева из-за того, что Евгения Гуцул, которая представляет интересы Ивана Шора, не выполняет те обязательства, которые они взяли перед избирателями. Ни по инвестициям, ни по рабочим местам, ни по строительству крупных инфраструктурных проектов. Вот к чему пришел Кишинев. Вот к чему пришел Камрад из-за отсутствия диалога. И у нас один выигрывает, который из-за границы управляет ситуацией в Гагаузии и чуть не взорвал всю ситуацию в стране, потому что кто-то думал, что это этническая проблема. Полтора года назад были коррумпированы выборы, и в Гагаузии случилось то, что случилось, выбрали Башкана. Эта ситуация разрослась по всему государству. Масштабировалась. Да, поэтому, когда Кишинев вот так равнодушно относится к ситуации, думает, что это этническая проблема, это вот такой вызов для всего государства в целом. И если сейчас не сделают выводы и не решат вопрос с этой политической коррупцией, то неизвестно вообще, что будет с нашим государством. Поэтому вот это не решение, что вы считаете Башкана законным, но нелегитимным. Это не решение, это не отношение между унитарным государством и территориальной автономией. Тем более в контексте европейской интеграции, которая закреплена уже в Конституции. Игорь Владимирович, вот с правовой точки зрения, вот ситуацию, которую определил Александр Григорьевич, вот распоряжение миллиардным бюджетом Гагаузии со стороны Евгении Гуцул, которая не назначается членом правительства, потому что к ней есть много правовых вопросов, в то же время она распоряжается государственными деньгами и решает там, куда и сколько выделить. С юридической точки зрения, я понимаю, сложно ответить на этот вопрос, но все же не показывает ли это те проблемы, которые существуют вообще у нас в государстве, в правовой системе, в частности, в правоохранительных органах, потому что все это вытекает, вот результаты выборов, вроде бы нам публиковали какие-то списки, доказательства того, что кого-то где-то покупали, в итоге мы не видим ни одного решения суда, мы слышим только в прессе, там 200 или 300 человек оштрафовали там на 3 миллиона или сколько там в пользу бюджета, там якобы за получение каких-то денег за голосование. Что с правовой точки зрения? Не является ли это двойными стандартами, или это все-таки здесь больше политики? Безусловно, политическую составляющую мы не можем убрать полностью. Но что касается юридической точки зрения, вот правильно акцент был сделан, что если есть какие-то вопросы с точки зрения правонарушений, да, с точки зрения привлечения к ответственности, в целом юридической ответственности, то не должно быть половинчатых моментов. Получается, с одной стороны, мы говорим о том, что к этому человеку есть вопросы, в том числе с уголовно-правовой точки зрения, но при этом само общество не наблюдает каких-то окончательных там решений, не видит каких-то окончательных реакций, результатов и тому подобное. Получается, иногда ситуация, люди так говорят, как охота и рыбалка, да?
там споймали кого-то, показали, что он коррупционер и, или там преступник, и завтра же отпустили. Это один момент. И хочу отметить, что очень многие законы, даже на конституционном уровне можно сделать такой вывод. Многие положения, допустим, той же самой конституции носят просто декларативный характер. Или можем говорить просто о декларации добрых намерений. Когда мы открываем законы, вроде бы есть законы, да, для того, чтобы навести определенный порядок, в том числе во взаимоотношении между институтами власти. Но что касается практической реализации, все время что-то мешает, да, в плане принятия конкретных решений, и чтобы люди ощущали, видели, что да, на самом деле есть желание навести правопорядок. Но, честно признаться, у меня даже как у юриста возникает такое ощущение, что нет даже элементарно простого желания, чтобы навести этот порядок. То, что имеет место фрагментарный подход, то, что взяли одного, второго, третьего, предъявили какие-то обвинения, это не позволит разрешить саму ситуацию, потому что мы имеем дело с системой той же самой электоральной коррупции, да, когда мы говорим о политической коррупции. Речь идет о составной части системы, избирательной системы, политической системы и тому подобное. И чтобы бороться с этими явлениями, должен быть комплексный подход. И должна быть надлежащая реакция государства, а не так, что пальчиком показали, что так нельзя и все. Если на самом деле есть определенные вопросы в части юридической ответственности, то люди должны видеть конкретные решения, люди должны видеть конкретные действия. И если мы хотим на сегодняшний день навести определенный правопорядок, то, как говорится, сознание определяет не только бытие, но и битие. То есть есть определенные законы, которые позволяют сегодня навести определенный порядок. Приведу самый простой пример. В Уголовный кодекс Республики Молдова в последнее время было включено более 100 новых статей, в том числе связанные с формальными составами, усеченными составами преступлений и тому подобное, когда за определенное заявление, там, за определенную публикацию могут быть определенные вопросы с уголовно-правовой точки зрения. Но мы не видим надлежащей реакции. И само общество немножечко путает ситуацию, когда человек публикует определенную агрессивную информацию, да, и путает его со свободой выражения мнения, допустим, со свободой слова. И те же самые правоохранители не реагируют и не дают надлежащую оценку. И потихонечку придет время, Виталий, когда будут более серьезные вопросы. Учитывая возможности современных информационных технологий, могут публиковать те же самые видео, допустим, фото, да, с точки зрения монтажа. И мы видели на выборах, да, как кандидат выступает, говорит там какие-то вещи, а на самом деле это не кандидат говорит. Ну, дипфейки стали одной из распространенных явлений. Есть и такой момент. В конечном итоге я хочу акцентировать внимание, что если будет вот такой фрагментарный подход к решению тех или иных проблем, то у нас ситуация не изменится. Если будет комплексный подход, то тогда, естественно, ситуация может поменяться. А как вы рассматриваете перспективу возможности возобновления вот диалога между парламентом и Народным собранием? Давайте исходить из контекста, который в реальности, без там, ну, личного взгляда там, оптимистичного или пессимистичного, потому что мы понимаем, что Молдова в 2025 году стоит еще на пороге парламентских выборов. То есть где-то примерно они пройдут через 8 месяцев сегодняшнего дня, и в этот же период где-то, ну, вполне возможно, что могут быть и плюс-минус выборы депутатов Народного собрания. То есть нужно учитывать, что как минимум за 2-3-4 месяца до избирательной кампании парламент Молдовы не будет принимать никаких решений, потому что они уйдут на избирательную кампанию. То же самое касается и Народного собрания. Вот в этих условиях за столь короткий период возможно ли разрешение этого вопроса в положительной динамике? В диалоге, естественно, должны участвовать люди, которые имеют желание участвовать в этом диалоге. Александр Григорьевич правильно подчеркнул, что это могут быть и представители, да, политической власти, это могут быть и представители гражданского общества, это могут быть представители академического сообщества и тому подобное. На самом деле есть такая возможность. Я не думаю, что в Гагаузии нет людей, которые бы хотели бы участвовать в ведении определенных переговоров, там не имеют желания там участвовать в определенном диалоге. Такие люди есть у нас. Просто, как правило,
у нас какая ситуация? Вот такой немножечко собственнический подход, да? Если речь идет о каких-то политических моментах, то представители публичной власти выходят и говорят, что это мы должны решать эту проблему, эту ситуацию и тому подобное. А если мы захотим совместными усилиями, да, участвовать в разрешении тех или иных проблем, то совместно у нас что-то получится. Если отдельно рассматривать только фигуру, допустим, председателя Народного собрания, отдельно фигуру, допустим, там, председателя исполкома или Башкана Гагаузии, то ситуация, может, и не поменяется. То есть, если за стол переговоров сядут люди, которые на самом деле имеют огромное желание участвовать в этом диалоге, то у нас этот диалог получится. И как уже было отмечено, если будут вовлечены в том числе представители гражданского общества и представители академического сообщества, то я думаю, что даже в ближайшей перспективе есть возможность хотя бы наладить психологический определенный контакт. Александр Львович, еще вот одна проблема, которая в этом же контексте, это закрытость региональных властей по отношению, ну вот я приводил пример с Чешмекёем, ну есть закрытость и в отношении там доступа к информации. Я вот на днях после одной из ваших публикаций по поводу ситуации в бюджете, ну, зашел на сайт исполкома просто для того, чтобы найти как бы подтверждающие документы вашей публикации. И последнее постановление, протокол заседания исполкома, там было опубликовано за август 2023 года. И это вызывает большие вопросы, потому что нет не то, что повестки дня заседания исполкома или там проектов, решений, которые предлагаются на заседании исполкома, но и нет даже решений, которые они принимали. После этого я попробовал найти в экспресс-каноне какие-то постановления, но в последнем номере экспресс-канона было опубликовано некоторые постановления исполкома, которые принимались в августе этого года. То есть, и, видимо, они тоже проходят какой-то фильтр и публикуются только те, которые нужны исполнительной власти, там, о выделении каких-то очередных пособий, там, ветеранам или еще кому-то там, кому выделяют деньги. То есть, списки там за награды Гагаузии, там, кому сколько выделить, там, занимает там весь номер экспресса канона. Но никаких постановлений не нашел. Это вот в этих... Почему так произошло? То есть, наверное, мы вряд ли можем говорить о том, что все мандаты других башканов или народных собраний были очень открыты для гражданского общества и общества. Но в любом случае проблем было меньше, чем их есть сейчас. В чем, на ваш взгляд, эта причина? Уважаемые ведущие, вот мы больше акцент я делал до этого на законности, да? А сейчас я могу уже говорить и о политической оценке. Вот у вас небольшая компания, которую управляете вы. И насколько эффективно эта компания управляется, в первую очередь зависит от менеджера, от руководителя. И это аксиома для всего. А что мы ожидаем от исполнительного комитета, который возглавляет глава Гагаузии, который человек не занимается управлением делами в Гагаузии, занимается геополитикой, продвижением вопросов Илана Шора, то есть чем угодно, но только не кропотливой работой по управлению делами в Гагаузии. Это ж не просто закрытость, это отсутствие обычного опыта для того, чтобы наладить вот эту махину бюрократическую по работе в исполнительном комитете Гагаузии. Ведь можно политически скрывать некоторые недостатки, но жизнь, она обнажает эти проблемы, эти недочеты, эти пробелы в знаниях, в управленческом опыте. И, это, и с этим мы сейчас сталкиваемся все и видим это наяву. Потому что Гагаузия управляется фактически в ручном режиме. Власти исполнительной, которые управляют делами в автономии, я не вижу. Я не вижу каких-то новых секторальных программ, стратегий развития. Куда мы вообще движемся в Гагаузии? Вот оставили эту политическую составляющую взаимоотношения Камрата Кишинева. А что происходит внутри Гагаузии? Как она управляется? Почему исполнительный комитет, в котором много людей, которых лично я знаю по прошлой деятельности, очень много профессионалов, но они действуют хаотично, потому что нет главного, нет лидера, который способен управлять. Есть только руководитель, который способен заниматься политикой, чуждой интересам Гагаузии. Игорь Владимирович, на ваш взгляд, в чем причина такой закрытости региональных властей? Далее. Я
не перестаю повторяться, есть такой своеобразный собственнический подход. Если честно, то, что перестали уже те же самые представители публичной власти Гагаузии относиться к Гагаузии как к автономно-территориальному образованию Гагаузии, то у них поменялось и само отношение к вопросам, связанным с публичным управлением, с публичной собственностью и тому подобное. Они считают, что Гагаузия — это какая-то частная собственность, считают, что могут принимать разные кривые решения, и даже если будут иметь какие-то кривые последствия, им за это ничего не будет. И даже не стесняются некоторые официальные лица выходить и на камеру говорить о том, что нам все равно ничего не будет. Поэтому вот это отношение, естественно, пока будет сохраняться, порядка никогда не будет. На самом деле, если в Гагаузии вот такая ситуация продолжится, у нас возникнут очень и очень серьезные экономические проблемы. Они уже начали как бы обнажаться. У нас будут очень серьезные социальные проблемы. У нас очень серьезная проблема в области экологии. И я считаю, что мы сами, граждане, представители, в том числе гражданского общества, должны немножечко поменять отношение вот к такому преступному, не побоюсь слова, бездействию со стороны некоторых официальных должностных лиц Гагаузии. И если речь идет о демократических каких-то процессах, мы не должны жить в условиях ожиданий, ждать. А мы должны требовать. Если не могут выполнять соответствующие обязательства, которые они взяли на себя, то в этом случае, естественно, уходят с политической сцены. Если мы оставим эту ситуацию на последующие 2,5 года, на последующие 5 лет и тому подобное, то поверьте мне, что ситуация может дойти до такого критического уровня, чтобы восстановить потом вот это все, нам потребуется десятки лет. В политике любое кривое решение имеет последствия как минимум на 5-10 лет. На государственном уровне это могут быть последствия на 10-15 лет. В свое время, когда Россия вела эмбарго, допустим, да, винное, в 2005 году вроде бы вели это эмбарго, да, но по сегодняшний день мы ощущаем последствия. Что касается ситуации в Гагаузии, то последствия мы тоже будем ощущать и 5 лет, и 10 лет. И поверьте мне, что принимать кривые решения, как бы иногда исходят из сиюминутной такой слабости, принимают эти кривые решения, и никто не задумывается о последствиях. А вот завершая нашу программу, если коротко, Александр Григорьевич, вот в ближайшей перспективе, ну, может быть, ваши личные желания, ваши личные взгляды и реальная ситуация, как будут развиваться события между Кишиневым и Камратом? Я все-таки думаю, что не случайные были первые слова президента после избрания о том, что она услышала людей, она хочет объединить это общество и двигаться в одном направлении. И я все-таки надеюсь, что будет переосмыслено отношение между Камратом и Кишиневым, потому что то, что мы с вами говорили выше, это ненормально, когда часть территории Республики Молдова управляется извне. И проблемы, которые возникают здесь, могут распространиться на всю Республику Молдова. И первое, чего я ожидаю от Кишинева, это прекращение политической коррупции в нашей стране, потому что это касается в первую очередь не только Гагаузии, но и страны в целом. Если это не искоренить, то выборы в парламент, выборы в народное собрание — это будет игра в одну калитку. То есть деньги будут решать все. А это уже извращает демократию и просто тогда подменяет под устои государства, когда выбором человека манипулируют и делают его искусственным. Вот это я ожидаю в первую очередь от нашего государства. Игорь Владимирович, каковы ваши ожидания вот от постэлекторальной ситуации, той ситуации, которая сложилась в стране, о том, как будут складываться взаимоотношения между Кишиневым и Камратом? Если провести немножко такой ретроспективный анализ, то, если я не ошибаюсь, Гагаузия, когда создавалась, было немало представителей академического сообщества, гражданского общества, которые также выступали в качестве патриотов Гагаузии. Это и Константин Петрович Тавшанджи, это и Петр Михайлович Пашалы, это и госпожа Марунич, Царство Небесное, и многие другие, конечно же, не будем сейчас все фамилии озвучивать. Но я думаю, что и сейчас ситуация может поменяться, если во многие процессы будут вовлечены представители гражданского общества, если будут вовлечены представители академического сообщества. Пускай не обижаются политики, но самостоятельно решать, да, с помощью каких-то
отдельных полномочий решать какие-то вопросы, связанные со взаимоотношениями, очень сложно. Поэтому в этот процесс должны быть вовлечены все, и граждане отдельно, и представители гражданского общества, и академическое сообщество, и, соответственно, политики тоже должны быть заинтересованы в том, чтобы этот диалог был. Я думаю, что этот диалог будет, отрезвление рано или поздно в любом случае приходит. Я благодарю вас за то, что вы сегодня приняли наше приглашение и участвовали в программе. Напомню нашим зрителям, что сегодня мы говорили о том, как постэлекторальная ситуация, результаты выборов и голосование по референдуму в Гагаузии могут отразиться на взаимоотношениях между Кишиневым и Камратом, и возможно ли возобновление диалога между Народным собранием и парламентом страны, который был прекращен почти год назад со стороны законодательного органа автономии, и о том, что ожидает наши гости от всего этого в ближайшее время. Не забывайте подписываться на наши платформы и напомню, что сегодня у нас в гостях был Александр Тарнавский, депутат Народного собрания Гагаузии, и Игорь Янак, председатель общественного объединения «Альтернатива и выбор для Гагаузии». Оставайтесь, Love MD.